поднимался по лестнице, навстречу спускалась девушка. Я видел у этой прелестницы в сумке краюху хлебушка. Я чувствовал, что сосед жарит вкусное мясо. Я обернулся ей вслед и проклял его пидораса. Я был дико уставший, я был дико голодный. И хер мой когда-то стоявший теперь болтался свободно. Я не выдержал, крикнул негромко, воздев свои очи к небу: «Милая незнакомка, дайте кусочек хлеба». Мне уже много лет, меня не прельщает минет. А то, что меня прельщает, это запах домашних котлет. Мне уже много лет, меня не прельщает минет. А то, что меня прельщает, это запах домашних котлет. И она обернулась, и она достала бутербродик с сыром и ветчиной. Я понимаю, вы очень усталый. Я покормлю вас, пойдемте со мной. И я поплелся покорно прямо в квартиру Фирии. Как будто завязка в порно, но порно уже не греет. Она филигранно поставила передо мной тарелку борща и мило так локон поправила, а у меня внутри вереща. Бунтовали соки в желудке, они знали, мы ща поедим. Я не жрал целые сутки, какой там в жопу интим. Мне уже много лет, меня не прельщает минет. А то, что меня прельщает, это запах домашних котлет. Мне уже много лет, меня не прельщает минет. А то, что меня прельщает, это запах домашних котлет. Соло! Ого-гошечки, ждало меня угощение. Жареная картошечка, вишневое к чаю варенье. И если есть на свете рай, то это не Краснодарский край, а то, что у вас, у буржуев, называется словом «рибай». И она стала рассказывать про то, как ей не свезло. Потому что мужчины все до единого – это вселенское зло. Особенно было красочно про козлину ее, про экса. Но я ей сказал: «Достаточно, но я уже стар для секса». Мне уже много лет, меня не прельщает минет. А то, что меня прельщает, это запах домашних котлет. Мне уже много лет, меня не прельщает минет. А то, что меня прельщает, это запах домашних котлет. Мне уже много лет, меня не прельщает минет. А то, что меня прельщает, это запах домашних котлет. Мне уже много лет, меня не прельщает минет. А то, что меня прельщает, это запах домашних котлет.